И снова на связи «Новатор рекорды». Ночная смена 12 января стала продуктивнее, чем обычно, для бригады мастера участка обработки большеформатного шпона Ирины Храмцовой. Работники двух линий сращивания произвели 75,2 кубометра усованного шпона. При этом даже амбициозный план, который стоит перед линиями в смену, равен 64 кубометрам. Бригада заметно превзошла этот показатель. Я считаю, что этот рекорд – это результат команды работы вовлеченных сотрудников. Лидером своей смены мастер Ирина Храмцова по праву признает Алексея Петухова. Алексей – опытный оператор линии сращивания, отличный наставник и вовлеченный сотрудник. Сам Алексей справедливо отмечает, в одиночку на таком крупном производстве достойных результатов не добиться. Один в поле не воин. Это общая заслуга всего коллектива. Вам же как, если нет сырья, нет рекорда. Должна постоянно быть подвозка сырья, постоянно качество шпона и достаточный объем. Напарник Алексея Петухова, оператор соседней линии сращивания Илья Баринов, признает сам, коллеги всегда заступают на смену с желанием показать достойный производственный результат. Не всегда это получается, ведь только их желания и усилий мало. Многое зависит от качества поставляемого шпона, от объемов и скорости его подачи. Тем не менее, если рекорд сделать не получается, энтузиазм у команды не пропадает. Операторы вновь и вновь приступают к работе со стремлением добиться цели. Мы уже не первый день как бы стараемся добиться результатов, и все, вот как раз чуть-чуть, да и не хватает, а тут как раз наконец-то добились, естественно, было радостно, смена была прекрасная, и вот и получился рекорд. Рекорд невозможно было бы поставить без оперативной и качественной работы водителя-автопогрузчика. Роман Ковалев на «Связа Новатор» работает уже 7 лет. Свои обязанности нужно выполнять быстро, аккуратно и качественно, считает Роман. Нужно не подвести свою команду. Вообще эту бригаду участка обработки шпона отличает взаимовыручка и взаимопонимание. Все хорошо работают, все активные, веселые. Все помогут, если что надо. Командная работа – важный фактор успеха. А еще очень важно любить свое дело. Труд должен быть в радость. Желание работать – самое основное. И умение, навык, мастерство. Кроме того, способствует достижению хороших результатов и использование инструментов бизнес-системы. В частности, применение стандартных операционных процедур, в разработке которых участвуют сами сотрудники. Это помогает им выполнять стандартные действия быстро, качественно и безопасно. К продуктивным инструментам бизнес-системы относится и проект «Фабрика идей», участвуя в котором работники сами предлагают полезные идеи по улучшению своих рабочих мест, по совершенствованию и оптимизации работы оборудования, по повышению качества выпускаемой продукции. Помогает добиться рекордных показателей в работе и добрый дух соперничества. Соревновательный элемент должен присутствовать, считает в бригаде Ирины Храмцовой. При этом самое главное соревнование – это соревнование с самим собой. Рекорды доказывают – нет предела личному профессиональному росту. Себя можно и нужно превзойти, выйти на новый уровень и ставить себе новые, еще более грандиозные цели.